В регионе завершился семинар глав муниципальных образований. В течение 4 дней главы вместе с представителями органов власти, профильных департаментов и правоохранительных структур обсуждали ряд актуальных для поселения вопросов. В ходе семинара поднимались темы предстоящей выборной кампании, паводка, ЖКХ, рыболовство, занятости несовершеннолетних и другие. Заключительный день работы состоялся в администрации Заполярного района и завершился торжественным вечером в честь Дня местного самоуправления. Повестка учебно-консультационного семинара глав муниципалитетов охватила большое количество тем. Формат живого общения – это возможность задать вопросы, которые волнуют глав муниципалитетов, личным представителям государственных или надзорных органов. Для Антикского сельсовета, как и жителей других сел, проблемой была выдача справок о составе семьи. Мы не имеем права выдавать справки о составе семьи, так как этих справок не существует. Ну, порешали, а без этих справок, значит, не продвигается ни одно. Ну, никуда без них, ни на пособие, ни на пенсию, ни на что. Ну, порешали, и, значит, будем выдавать, идем людям навстречу. Еще один вопрос, который волновал жителей Антика и который также положительно удалось решить в рамках семинара, это оформление в собственность земли и жилья. Теперь людям не нужно выезжать из деревни в Наренмар для этих целей. Стоимость земли очень дорогая, кадастровая стоимость. Вызов кадастрового инженера 8 тысяч. Это очень дорого для пенсионера, который получает там пенсию 20 тысяч. Это очень дорого. Через госюрбюро это дешевле и быстрее. И пенсионеру не нужно самому ездить. Мы собираем документы, доверенности, сдаем, и госюрбюро работает. Важным событием в рамках семинара стала встреча глав поселений с районным руководством и депутатами Совета Заполярного района, на котором стороны обсудили насущные проблемы и пути их решения. Это и обращение с твердыми коммунальными отходами, и обеспечение чистой питьевой водой сел округа. Если проблема с обращением ТКО остается пока нерешенной в силу различных причин, то вопрос с питьевой водой частично решен. Им на сегодняшний день занимается Севержилкомсервис. У них есть понимание по каждому населенному пункту. У них создано специальное подразделение, которое занимается чисто этим. Они ездят, они монтируют уже теперь сами. У нас разный опыт есть. Есть опыт привлечения иных, скажем так, исполнителей, да, в рамках муниципальных контрактов. Не всегда это положительный результат имеем. Да? Ну, то есть качество страдает, сроки страдают. Есть опыт уже, когда мы Северкомсервис, так как он эксплуатирует в дальнейшем эти установки, самостоятельно монтирует. И, как показывает там же опыт Пеши, опыт, например, Индиги, работает, востребовано, и люди пользуются. Завершился учебно-консультационный семинар глав муниципальных образований торжественным заседанием, посвященным Дню местного самоуправления. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».